Раз, два. Уважаемые гости, дорогие друзья, мы всех приглашаем в зал. Через две минуты мы начинаем сегодняшнее мероприятие, посвященное дню рождения нашего товарища Сергея Викторовича Кузнецова. Двухминутная готовность, уважаемые дамы и господа. Приглашаем всех в зал. Через 30 секунд начинается наш праздничный концерт, наш вечер, наш сегодняшний праздник. Уважаемые друзья, внимание, зайти в зал и занять места. Присутствующим до начала праздника осталось 30 секунд. Уважаемые гости, до начала праздника осталось 10 секунд. 9. Считаем все вместе. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Он гитару, как автомат, носит стволом вниз. Он железные струны ее вздергивает, как затвор. Он на сцену идет так, будто идет в бой. И, прищурившись, смотрит в зал, словно в нем ищет цель. Он всегда начинает петь тихо и не спеша. Он не любит лишних идей, преждевременных звуков и нот. Он подходит к главным словам, не ускоряя шаг, через логово минных полей, через трясину брод. И как вырванную чеку, первый берет аккорд и бросает мелодию вниз на боевой курс. И слова попадают в цель, точно и далеко, пробивая на вылет лжи крашеную доску. Автору, исполнителю военного репертуара ночью в 02:14 входит его судьба. Лампочки усилителей, словно колонны фары, и выражения нужные чиркают по губам. Дорогие друзья, наша страна, великая держава, не потому что она большая, не потому что в ней много нефти, газа, пушных зверей, леса и просторов бескрайних, а потому что у нее великая душа, которая за тысячи лет существования России сумела выдержать все удары соседей, сумела выдержать все кризисы, все дефолты, все перестройки, ускорения, коммунизм, капитализм и все остальное. Сумела выдержать, потому что у этой души есть одно непонятное свойство, непонятное для иностранцев. Умение чувствовать свое дело, как кусок своей собственной жизни. Не просто пахать поле, а сеять рожь, создавать будущее. Не просто защищать свою страну, а защищать свой подъезд, своих детей. И носители этих вещей, носители нашей души, это люди, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. Один из этих людей
сегодня почтил нас своим вниманием. Пригласил нас на свою красивую дату, которая горит золотыми цифрами на алом бархате великой славы военной души России. Дорогие друзья, слова и музыка песен – это не просто возможность отдохнуть и оттянуться, как сейчас говорят. Вы знаете, что военная авторская песня – это совершенно другая вещь, чем гражданская. Это средство выжить в тяжелейших условиях боя, когда кончаются патроны, когда рядом хрипит тяжело раненый умирающий друг, а ты должен выжить и выполнить боевую задачу. И благодаря этому мы сохранились как народ. Благодаря этому мы сохранили свою национальную идентичность, свой язык. Благодаря людям, таким людям, как наш боевой товарищ, как человек, который родился в городе Москве, потом ему посчастливилось попасть в Афганистан, там посчастливилось остаться живым, он водил колонны и сумел выполнять все задачи, которые на него возлагались, дорогие друзья. А после этого Господь дал ему тяжелую кару, дал ему возможность и способность выражать чувства и мысли остальных людей с помощью 6 металлических струн и своего голоса. Дорогие друзья, я поздравляю всех с главным событием октября, с 50-летием великого военного поэта Сергея Викторовича Кузнецова! Да, всем здравствуйте, спасибо, что пришли. И первая песня называется «Здравствуйте, люди», нужно в четвертом куплете, чтобы вы мне помогли. Там будет «Здравствуйте, люди», что надо ответить? Здравствуйте! Вот правильно, вот так вот, да. Мы с Владимиром Силкиным написали такую песню. Ва-па-дам-да-да, ва-па-дам-да-дам-да-да, ва-да-дам-дай, да-па-дам-да-да-дам-да. С песней по жизни шагаю, радуюсь новому дню. Строчки душою слагаю, попусту жизнь не гоню. Строчки душою слагаю, попусту жизнь не гоню. Праздную осень и лето, счастлив весной и зимой. И на все стороны света, радуюсь жизни самой. И на все стороны света, радуюсь жизни самой. Кланяюсь пояс дороге, за спину ладя суму. Вот и выходит в итоге. Радуюсь всем и всему. Вот и выходит в итоге. Радуюсь всем и всему. Чтоб никогда не было в жизни обидно. Слушайте чувств лишь своих. Здравствуйте, люди! Людям сказать ведь не стыдно, стыдно пройти мимо, молча пройти мимо них. Здравствуйте, люди! Людям сказать ведь не стыдно, стыдно пройти мимо, молча пройти мимо них. С песней по жизни шагаю, радуюсь новому дню. Строчки для внучки слагаю, попусту жизнь не гоню. Строчки для внучки слагаю, попусту жизнь не гоню, попусту жизнь.
Дорогие друзья, я хочу привлечь ваше внимание, чтобы вы посмотрели на экран, где сейчас вы увидите... И озеро, и дом, в котором жили, там было, 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 на завалинке тепло. И грело, солнце грело, бревнышек накаты. Закончилось, нет? Идет. И щурило за ставнями стекло. Когда закончится, вы начнете хлопать. Баюкали-баюкали-бай-бай, спокойные закаты. И было там такое все мое, такое до травиночки знакомо, что до сих пор душа моя поет мелодию родной земли и дома. Там было, 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 на завалинке тепло. И грело, солнце грело, бревнушек накаты. И щурилась за ставнями стекло. Баюкали-баюкали-бай-бай, спокойные закаты. Уносит утро сон чудесный мой, я как живой в воде в нем искупался. Созвучий с небесной синевой, а детство аромат со мной остался. Там было, 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 на завалинке тепло. И грело, солнце грело, бревнушек накаты. И щурилась за ставнями стекло. Баюкали-баюкали-бай-бай, спокойные закаты. Там было, 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 на завалинке тепло. Солнце грело, бревнушек накаты. И щурилась за ставнями стекло. Баюкали-баюкали-бай-бай, спокойные закаты. И чтобы через много-много лет я смог бы с детства снова возвращаться, я сохраню волшебный тот билет, как пропуск в страну любви и счастья. Там было, 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 на завалинке тепло. И грело, солнце грело, бревнушек накаты. И щурилась за ставнями стекло. Баюкали-баюкали-бай-бай, спокойные закаты. Там было, 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 на завалинке тепло.
закаты. Я детство аромат боюсь забыть. Спасибо. Дорогие друзья, ну а продолжаем мы песни, которая в этом году исполнилась 26 лет. Песня «Случай в дороге». И с этой песни начался кошмарный, я себя говорю, прекрасный авторский творческий путь Сергея Кузнецова. Вот, дорогие друзья, программа «Когда поют солдаты», 1988 год, песня «Случай в дороге». КамАЗ. Проскочи, друзья, стальные нервы на пределе. Кругом лишь горы да жара. Вода кипит, аккумуляторы уж сели. Скорей привал, всем отдохнуть пора. Друг наш движок заглох под вечер, и мы остались лишь втроем. Все, связи нет, сигнал дать нечем. Колонна уж прошла подъем, и как назло по воле рока душманы движутся на нас. Они воюют за пророка, мы ж защищаем советский свой КамАЗ. Бой был ужасный, кровь, страдания, мой автомат устал стрелять, и было лишь нам в оправдание не пропустить, а задержать. Когда же помощь подоспела? Гляжу, остался я один. Напарник мертв, осколками задело, а мой дружок меня с собой прикрыл. И вот вертушку погрузили, меня и дух моих друзей. Они мечтали о России, а стали жертвой басмачей, что под знаменами ислама рвут нашу технику в горах. А где-то дома вдруг заплачет мама, узнав о ваших в Афгане сыновьях. Опять пустыни и тревоги, опять пейзажи прошлых дней, и снова мчим по той дороге, где потерял своих друзей. И вижу, как лежит в кувете тот мой разбитый весь КамАЗ. Он сгнил, ведь все гниет на свете, лишь наша память прочнее, чем алмаз. И вот вернулся на гражданку, но спать спокойно не могу. Во сне опять кручу баранку и в бой хожу, как наяву. Года проходят, как столетия, но будет в памяти моей Афган, о нем лишь буду петь я, и в этих песнях вспоминать друзей. Афган, о нем лишь буду петь я, и в своих песнях вспоминать друзей. Еще раз.
Еще раз добрый день, дорогие друзья. Вот в полном составе вышел коллектив «Творческое объединение военных авторов-исполнителей «Музыкальный десант», художественный руководитель Сергей Кузнецов. Дорогие друзья, бывает, когда хочется тишины, а бывает, когда тишину можно бояться. Сергеем Кузнецовым. Его позывной был очень простой — артист.
подполковник группы «Альфа», лучший снайпер России Василий Денисов, а также прикрывал еще и с небес отец Сергея Викторовича Виктор Андреевич Кузнецов. Давайте. Минута молчания почтим память замечательных наших друзей, кого нету с нами сегодня. Но они все равно находятся в этом зале. Прошу садиться. Через всю Москву. Комиссар объединения
Мотогвардия. Байкер Рангор. От имени мотогвардии, от ребят, которые воевали, которые знают, что такое запах пороха, которые прошли войну, многие из нас тоже прошли войну. От имени мотогвардии я хочу сделать небольшой подарок. У нас принято дарить ножи мотогвардии. У него есть монетка в правом кармане, я знаю. Я ее туда сам положу. Секундочку еще. Привет, большой привет передавали поздравления Александр Васильевич Маргелов, Александр Сергеевич Чубаков. Да, приятно. Да, моя слабость, как его знают, это ножи. Всегда было холодное оружие. Не люблю огнестрельное. Вот песню написала на стихи Олега Гегельского. Я просто не знаю, Олег здесь? Вот. Ну, жалко, конечно. Вот вижу, приехал патриот. Рита, здравствуй. Вот. Это спросить, Толя Пшеничный здесь? Значит, будет позже. Витя Трофимов вижу. Ребята, где музыкальный десант? Бежали куда-то, ну ладно. Тогда я спою песню. Немножко план поменяю, по-другому. Сереж, потом поставим этот трек. А сейчас я гитарный вариант сделаю. На стихи Толи Пшеничного, тем более 5 число, день военной разведки. Толя у нас Пшеничный, этот ветеран СВР. Виталий Васильевич Маргелов тоже не смог приехать. Он сегодня уехал в город Нижний Новгород. Там открывают памятник Василию Филипповичу Маргелову. Он был замдиректором СВР. Всем, кто был в разведке, всем, кто был за кордоном, кто выполнял здесь работу, ой, далеко от дома. Говорят, что в России снег, в этот год в деревнях до крыш. Ну а здесь не зима, а смех, и сады, как обломки лыж. Ну а там по полям поля, и на окнах узорный лед. От Смоленска и до Читы снеголёд, снеголёд, снеголёд. От Смоленска и до Читы снеголёд, снеголёд, снеголёд. Полыхает в камине газ и не греет глоток вина. В этом старом кафе «Бекас» приютились мы у окна. Сколько раз нам еще встречать моросящие январи. Ну не надо, мой друг, омолчать. Говори, говори, говори. Но не надо, мой друг, омолчать. Говори, говори, говори. Говори, расправляя бровь, про любовь и про Млечный путь. Пусть ревнует нас жены вновь, как всегда не усвоит суть. Говори про десятый класс, говори про 9 мая, а те, кто не помнит нас, вспоминай, вспоминай, вспоминай. И о тех, кто не помнит нас, вспоминай, вспоминай, вспоминай.
Для кого-то быть может рай, это крашеная трава. Ну а мы, опять мы с тобой про край, где стреляют в печи дрова, где метель от метелицы, где лыжня по полям полян, где седые грустят отцы. Под баяна, под баяна, под баяна, где седые поют отцы. Под баян, под баян, под баян. Когда мы были на войне, когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой Али, о жене. Там каждый думал своей любимой Али, о жене. Говорят, что в России снег, в этот год деревнях это крыш. Ну а здесь не зима, а смех, и сады, как обломки выш. Ну а здесь не зима, а смех, и сады, как обломки выш. Очень приятно видеть здесь Виктора Григорьевича Верстакова. Аплодисменты, дорогие друзья. И мне хочется, как одному из участников программы «Батальонная разведка», сказать, что есть еще один замечательный человек, наш друг, вот, которого знают тоже все, кто воевал хоть раз по-настоящему. Зовут его Игорь Николаевич Морозов. Вот, и его песни светит нам с неба в плохую погоду, когда плохое настроение. Я смотрю наверх и вижу звездочку, которая называется «Батальонная разведка», звездочку, которая называется «Уходим», звездочка, которая называется «Бога нет», он расстрелян в Дерате. Вот. Ну и сейчас мы приглашаем музыкальный десант для того, чтобы напомнить всем, как должны звучать настоящие военные песни. Вот. Они сегодня будут весь вечер звучать. Ну а это конкретная песня, моя любимая песня. Называется «15 человек». Вам всем. «15 человек, нас много или мало, узнаем погодя. Когда начнется бой, шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, пока качает ночь звезду над головой, пока качает ночь звезду над головой. Короток был приказ, куда же и короче нам дают. И выйдя на рубеж, в течение этой ночи к восходу захватить с оружием караван, к восходу захватить с оружием караван. Вот. Поклялся комполка, что будут нам награды и тем, кто не дошел, и тем, кто уцелел. А замполит сказал: вы справитесь, ребята. Но почему-то сам идти не захотел. Но почему-то сам идти не захотел. И вот четвертый час утюжим эти скалы, полночи позади, а главное успеть. А где-то там вдали, за синим перевалом, полсотни басмачей торопятся на смерть. Полсотни басмачей торопятся на смерть. Они заплатят нам за взорванные школы, за слезы матерей, за выжженный кишлак. Шагай, солдат, шагай, у них настрой веселый, а мы им поутру сыграем охотняк. А мы им поутру сыграем охотняк. И так мы выходили из Афганистана. Как раз там познакомились на выходе с Александром Минаевым.
закончилась война. Да здравствует гражданка, героя всех времен. Кого-то назовут, а ты, солдат, крути, верти свою баранку и жди, когда опять на бойню призовут. А те, кто за тебя судили и винили, кто за твоей спиной разваливал страну, заявят там тебя, напрасно не добили. Так вот тебе приказ на новую войну. И снова, как тогда, полезем мы по скалам. И снова, как тогда, попробуем успеть. А новый комполка получит генерала, а красный замполит успеет побелеть. 15 человек, нас много или мало, узнаем погодя, когда начнется бой. Ой да, шагай, солдат, шагай, пока заря не встала. И радуйся, что ты пока еще живой. И радуйся, что ты пока еще живой. Нет, пшенично уже успели. Только то ли нету, жалко. А следующую песню я писал на стихи такого известного тоже военного поэта Владимир Данилов. Написано было очень много песен, но знаете, вот одну, которую мне бывает запрещают петь, я как раз сейчас и спою. Эх, слезливые разрушители, слуги доллара и телеса, чернодушные небожители, мать продавшие отца. Не зовите меня покаяться в оправдание ваших грехов. Не надейтесь, и мне вам не достанется покаянных моих стихов. Не надейтесь, вам не достанется покаянных моих стихов. Русь родимая, мне нечем каяться, я пылинка с твоей ноги. Суждено мне с тобою маяться, нет, вернее, у тебя слуги. Выходите на площадь строиться, перевернувши всех мастей. Вас осудит святая Троица, власть верховная всех властей. Выходите на площадь строиться, перевернувши всех мастей. Вас осудит святая Троица, власть верховная всех властей. Эх, слезливые разрушители, слуги доллара и делятся. Чернодушные небожители, мать продавшие отца. Не зовите меня покаяться в оправдание ваших грехов. Не надейтесь, вам не достанется покаянных моих стихов. Выходите на площадь строиться, перевернувши всех мастей. Вас осудит святая Троица, власть верховная всех властей. Да, сейчас опять музыка. Да я знаю, да. Сначала мы, потом. Сначала мы. Выходи, Слав. А потом уже... Еще такое написано было очень, ну, как несколько песен я написал такого тоже нашего знаменитого поэта, который как раз вышел, мне цветы принес, Леша, да, а твои стихи. Спасибо тебе большое за твои стихи, почему, хотя он мне это, помню, давал, я не, ну, не знал, как написать, а потом он что-то на сайт меня отправил, на свой пограничный как раз, на наш сайт пограничный, и, знаете, нашел там... Довольно такие стихи, которые вот мы, Слав, да, ездим, поем. И очень приятно, что на заставах. Давай.
Алексей Матвеев, поэт, пограничник, ветеран афганской войны. На стихи Алексея написаны песни «Горный блюз», «Дембельская», «Разговор со смертью», «Разговор со смертью», песни «Фельдшера дыша», «Любовь снайпера». И это не единые песни, их еще больше, но мы хотели бы спеть нашу любимую песню. Алексей, если есть желание, выходи, помогай. Сделай, капитан, три круга на состав. Ты же в курсе, нам здесь больше не бывать. Видишь, тянется к России клин усталый. Не спеши нам птиц недолго обогнать. Нам же с ними по пути к родимым гнездам. Заждались станица, села, города. В край родной вернуться никогда не поздно. Расставаться нелегко. Всегда три прощальных круга нас заставой. Пороги борды, как журавли, пролетят навеки, вдалеке оставим, ставший нам родным, клочок земли. Пролетят навеки, вдалеке оставим, ставший нам родным, клочок земли. Слушай, капитан, ну погоди немного. Не спеши и извини, что я на «ты». Ты порою был для нас главнее Бога. Выручал не свысока, а с высоты. Так давай же вместе поднимем по мирам. Нынче в небе нам с тобой не страшен черт, ни десантный огонь гражданских пассажиров. В мир доставит твой портовый порт. Три прощальных круга над заставой. Парами борты, как журавли, пролетят навеки, вдалеке оставим, ставши нам родным, клочок земли. Пролетят навеки, вдалеке оставим, ставши нам родным, клочок земли. Бросил капитан окурок пыль седую. Без команды все понятно, нам пора. Митугую лопастями синь шлифуют, раздражают задремавшие ветра. Вот и все, к иллюминаторам прильнули, разглядеть пытаясь лица на земле. Заклинаю, чтобы срок домой вернулись все, кто нам с тоскою смотрит вслед. Три прощальных круга над заставой. Парами борты, как журавли, пролетят навеки, вдалеке оставит, ставши нам родным, клочок земли. Пролетят навеки, вдалеке оставит, ставши нам родным, клочок земли, ставший нам родным, клочок земли. Леша, спасибо большое тебе за твои стихи. Спасибо. Вы что, далеко пошли? Еще был такой автор, правда, Владимир Кувшинов, меня познакомил с ним заочно. Это Игорь Романов, участник Великой Отечественной войны. Так же, как и я, только он ходил, я ходил по дорогам Афганистана, он ходил по дорогам Великой Отечественной. На его стихе я написал тоже ряд песен, которые мы потом поем. И сейчас, да, выходит. Вы что выходите? Да? Давай. И сейчас... На сухой видите, да. Вы знаете, ну сейчас нужна будет опять помощь. Слава. Вот. Сейчас Слава вас распределит. Знаете, так. Валера, здравствуй. Монастырев, пожалуйста. Дорогие друзья, мы сейчас вот ровно посередине чертим по залу черту. Я смотрю, здесь мужчин больше, здесь женщин больше. Мужчины, вы должны будете помогать своим художественным свистом. Ну, а женщины будут помогать
с этой стороны самыми простыми тремя буквами. Только не подумайте ничего плохого, нужно просто сказать три раза «ква, ква, ква». А мужчины должны повторить следующее. Давайте порепетируем. Так, 3-4, мужчины, 3-4. Вот я поднимаю руку вверх, и все делают так. 3-4. Отлично. А когда левую руку поднимаю, все делают так. Ква-ква-ква-ква. Еще раз, 3-4. Ква-ква-ква. Погромче, погромче, погромче. Пожалуйста. А теперь давайте вот так. Правая рука, левая рука. Здравствуйте. Алло, дяденьки, вы чего? Давайте еще раз. Поехали. Политическая песня про прародителей камуфляжа. А Юдашке не ни слова. Давайте не будем о плохом, будем только о хорошем. Здравствуют наши лягушки. Не бойтесь лягушек, ребята, лягушка не хуже, не чуть. Кротай сорок хвостатей, мышонок какого-нибудь. Ведь род ее славный и древний, извечен на шаре земном. А может быть, эта царевна наказана злым колдуном. Лягушка такая зверюшка, старательно служит добру. Сидит, распевает с подружкой и ловит всю ночь мушкару. Она не куснет, не ужалит и даже тебя не лягнет. Поэтому мучит, не жалит, они безобидный народ. Они безобидный народ. Негоже коль вместо игрушки пинает ее пацанье. Не трогайте милой квакушки, защитников нет у нее. Дремать под лягушечьи дрели, ну просто на благодать. И жор комары вас не съели, любите лягушечью рать. Любите лягушечью рать. Любите лягушечью рать. Не бойтесь лягушек, ребята, лягушка не хуже, не чуть. Кротай сорок хвостатей, мышок какого-нибудь. Лягушка не хуже, не чуть. Мышок какого-нибудь. Спасибо! Да. Вот как Саша появился, Карпенко, Нина Попова появилась. Я говорю, ребята, то, знаете, фонари светят, я вас, правда, не всех немножко так вижу, так бывает. Вот благо, что вот, да-да-да, Лен, здравствуй. И Володю где-то я видел, где-то он пробегал, да. Вот у нас была серия таких песен, мы написали, вон с Володей Ивановым. Володя, помаши рукой. Все-таки ветеран 345-го полка, да. Володя входил в Афганистан. Мы с ним написали такую песню, интервью. С Валерием Монастырем мы написали «Осенний экзамен». С Сашей Карвенко мы написали «Храни меня Бог», да. Но сейчас я хочу вспомнить Володю Кувшинова. Вы знаете, в 2000 году его не стало. Это ставропольский тоже поэт, как Игорь Романов. Я хотел спеть одну, другую песню, но, знаете, я хочу спеть старенькую песню, которую мне как бы мы с Василием Денисовым ее пели. А вы мне просто помогаете, потому что многие ее знают. най, най, на, най, на, на, най.
не ставьте неверность виною, и я свое сердце отдам. А если вам плохо, вам плохо со мною, простите, солдата, мадам. А если вам плохо со мною, простите, солдата, мадам. Уже столько лет за спиною, что я вам и не передам. Как я бы хотел. Хотел со мной, да, простите, солдата, мадам. Так, простите, солдата, мадам. Не ставьте неверность виною, и я свое сердце отдам. А если вам плохо со мною, простите, солдата, мадам. А если вам плохо со мною, простите, солдата, мадам. Извините, может, когда в голову вылетела какая-то старая-старая такая песня была написана давно. Хорошо, Саш, повторю. Да, многие авторы-исполнители, с которыми пришлось работать. Такая вот была у меня серия песен, написана вместе с Таней Шепелевой. Мы сделали целый спектакль о Гумилеве. И вот одна песня, которая вот сейчас тут сидит как раз моя дочь Катюшка. Я там маленькая была, пришла ко мне: папа, ты пишешь, вот тебе, значит, пиши мне песни такие-то. И вот одна из этих песен была написана специально для нее, мы с Татьяной вместе написали. Называется она «Непоседа». И взрослый мечтал стать поскорей. Во все сувал курносый нос, и маме задавал всегда вопрос: ну как же взрослым стать? Что надо сделать, что уметь, что знать? Ну как же взрослым стать? Что надо сделать, что уметь, что знать? Он важным быть старался, но тут же забывался, и снова все в квартире кувырком. Разбросаны игрушки, и на полу подушки, и недопито в чашке молоко. Во все сувал курносый нос, и маме задавал всегда вопрос: ну как же грозно стать? Что надо сделать, что уметь, что знать? Ну как же взрослым стать? Что надо сделать, что уметь, что знать? И мама рассердилась, что все так получилось, но не хотела маму огорчать. Собрал он все игрушки, головку на подушку, и стал в кроватке быстро засыпать. Во все сувал курносый нос, и маме задавал всегда вопрос: ну как же взрослым стать? Что надо сделать, что уметь, что знать? Ну как же взрослым стать? Что надо сделать, что уметь, что знать? А поутру проснется, и маме улыбнется, и поцелует сонные глаза. Слышишь, стал котенок, проснулся мой цыпленок, Катюшка моя радость и коза. И вновь во все сует свой нос,
маме задает опять вопрос: скажи мне, мама, сколько ж можно ждать? И как мне взрослой поскорее стать? Скажи мне, мама, сколько ж можно ждать? И как мне взрослой поскорее стать? И вот ты стала взрослой, да. И теперь у меня есть внучка, которая доносит тебе то же самое, как и нам. И он игрушки разбрасывает, и молоко разливает, и подушки тоже. Спасибо. Вот как раз сидит. А была какая-то маленькая такая, маленькая-маленькая, а сейчас уже большая. Дорогие друзья, мне бы хотелось еще пригласить на сцену замечательного товарища, нашего тоже пограничника, автора-исполнителя хороших песен. Вот Сергей сейчас рассказал про дочку. Ну, а Валерий Монастырев, лауреат многочисленных военных конкурсов, споет, конечно же, нам про маму. Ну, а подыграет ему Сергей Кузнецов. Ваши аплодисменты, Валерий Монастырев и Сергей Кузнецов. Песня «Мама». Во, вот и Валера. Здравствуйте, дорогие. У каждого имени в жизни история, видимо, только своя. Но это желанное слово мы шепчем везде на планете Земля. Раскрыты глаза и руки обвиты, прижаты за плечи твои. А с нами и внуки, и создатели вечной любви. Только мама солнышко дарит любя. Только мама знает прекрасно тебя. Прости за ошибки и горечь страданий, за все, словом, за нашу жизнь, которую лепим мы сами с усами, плачем в семье катаклизм. Прости, знаю, больно, в минуты отчаяния нет нас, но мы ведь хотим быть рядом на сердце, развеять печали и в мыслях к тебе долетим. Только мама солнышко дарит любя. Только мама знает прекрасно тебя. И так будет мудро и вечно во все времена и века. Великое слово звучит, понятное наверняка. Пусть годы, как горы, с вершины мельтинок виднеются в синей выси. Мы к ним доберемся по душам тропинок, стараясь любовь принести. Только мама солнышко дарит любя. Только мама знает прекрасно тебя. Но раз уж я сюда вышел, я хочу... Я знаю, что он не захочет коротко, идти. Коротко поздравить моего друга. Минут на 40. Да нет, зачем? Вчера, так сказать, так тёркнуло чуть-чуть. Сергею Кузнецову полтинник. Я сказал, минут на 40. Ну, поднимите руку, кто не слышал, как Муздесант поет о ВДВ. О погранцах, о МВД и о морпехе, кому в России воин по судьбе. Уверен, нет таких в уютном зале. Здесь собрались все те, кто с песней в бой. И автомат с гитарой всюду с нами.
чтоб рядом шли защита и покой. Ну вот скажите, кто же их не знает, отважных, смелых бардов из войны? Я смело перечислю их, как знамя военной нашей песенной страны. Морозов, Верстаков, Кирсанов и Калинкин, Минаев и Михайлов, Епихин и Попов, Мордовин и Карпенко, Юрков, все в поединке. И вместе с ними точно Серега Кузнецов. И без обид, кого не вспомнил, в чудесный вечер встречи жду. Уверен, всех поющих помним. Я мысленно им руку жму. Наш юбиляр представил сольник. Ну, кто бы сомневался мог. Давайте соберемся в стольник. Пройдем все скузись по дорог. Да уж сегодня их немало. Полтинник вроде, дед уже. А все равно зовет застава и ВДВ на вираже. С тобой, наш песенный десантник, по здраву в чарку нам налей. В ноябрь прямо с позаранку начался добрый юбилей. Гитары все собрались в кучу. День наступил, сказать пора. Прогоним жизненные тучи. А Гузи прокричим: ура! Спасибо. Спасибо. А в связи с тем, что Сережа ездит по разным местам, и всегда ему, так сказать, проблема с разным питанием и так далее, я так подумал, что ему как раз для этого нужны сэндвичи делать. Удачи. Дорогие друзья, ну а сейчас необычно, когда из уст юбиляра будет звучать эта песня. Дело в том, что это одна из самых новых песен в этом сезоне. И эта песня посвящается, конечно, не только самому нашему юбиляру, но и, разрешите зачитать, песня посвящается 45-й годовщине Дмитрия Попова. Дима, да-да-да, теперь... Дмитрий, да. Пожалуйста, встаньте. Песня посвящается 50-летнему юбилею исполнителя военного репертуара Станислава Юрко. Ну, Стас Андреевич. Песня посвящается 50-летнему юбиляру Александру Александрову, тренер, это его позывной, председатель движения «Мотогвардия». 50-летнему юбилею одноклассницы Сергея Ирины Разгуляевой. 55-летнему юбилею поэта Александра Карпухина. 55-летнему юбилею в один день недавно исполнилось 55 лет семье Казимировых. Витя, где ты? Вот, да. Вот большие поздравления тебе и твоей супруге. И супруге тоже, да. Сегодня, 3 ноября, у Михаила Бессонова день рождения. Коля Агеев, кто еще у нас сегодня именинник? И всем... Алексей Строгов, пожалуйста. Вот, поздравляем с днем рождения. Итак, звучит новая песня на стихи Нины, на стихи Нины Поповой. С днем рождения! И подарю звезды хрустальный свет и радуги веселой восхождение и небо, на котором тучек нет. Ведь у тебя сегодня день рождения, на огонек друзья к тебе придут. И веточкой распустится сирени душа от этих радостных минут. И будут поздравлять все с днем рождения и пожелают от души не просто так. Семьи твоей крепки пусть будут звенья, судьбы твоей счастливым будет знак.
семьи твоей крепки, пусть будут сведения судьбы твоей, счастливым будет знак. И вспомнится, конечно, в день рождения калейдоскоп всех пройденных дорог, преодоленные тобой ступени и первый шаг в мир за родной порог. Тебя я поздравляю с днем рождения, дарю звезды, хрустальный свет и радуги веселые восхождение, и небо, на котором тучек нет. Тебя я поздравляю с днем рождения, дарю звезды, хрустальный свет и радуги веселые восхождение, и небо, на котором тучек нет, и радуги веселые восхождение, и небо, на котором тучек нет, и небо, на котором тучек нет, и небо, на котором тучек нет. А теперь все вместе. Поздравляем! 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 С днем рождения! Сережа включил меня, да? А то что-то как-то тихо. Итак, дорогие друзья, это была премьера песни на стихи Нины Поповой. Творчество Нины Поповой и Сергея Кузнецова началось совсем недавно. Вот в течение 3 лет они уже замечательно сотрудничают. Был выпущен альбом на стихи Нины Поповой. «Я научу слова летать». «Я научу слова летать». И готовится к выпуску еще один замечательный альбом. Но сейчас, с вашего разрешения, разрешите пригласить Нину на сцену. Встречайте, поэтесса, член Союза писателей, автор замечательных стихов, прекрасная женщина, замечательный человек, Нина Попова. А приглашал ее Вячеслав Попов. Еще раз ваш аплодисмент, дорогие друзья. Дело в том, что мою маму тоже зовут Нина Попова, мне это вдвойне приятнее. Я не ожидала, что сейчас Сережа сказал вторую часть вечера. Вы знаете, сотрудничаем мы, конечно, успешно, потому что около 30 песен написано. Но это очень нелегкий труд. Потому что Серега берет, открывает книгу и говорит: «Хочу вот это стихотворение». Я говорю: «Ну ты понимаешь, это же все такое бабское, такое я пишу про себя, переделал на мужика». Ладно, я говорю: «Ладно, я тебе сейчас найду стихотворение про войну, про то, про сё», говорю, «оно от третьего лица». «Нет, не хочу, я мышек написал». «Серёж, ну как же так, война, такое хорошее стихотворение как раз подходит тебе, по твой вид и по твое творчество». «Нет, а я про гномика написал. И мы уже иногда меняемся так местами, что я пишу цыганское стихотворение, там «Моя жаркая и грешная любовь». Серега мне звонит: «Я переделал, я пишу тихое и нежное». Я говорю: «Да нет, это же цыганское». «Нет, не надо, я уже нагрешил. Пускай будет тихое и нежное». Вот такие вот вещи. Вот. И я сейчас написала стихотворение небольшое, именно которое рассказывает о нашем с ним сотрудничестве.
Это инверсия прекрасных строк Марины Цветаевой. Мне кажется, что мне нравится, что вы больны не мной. Мне кажется, вы заболели мной. И еще беда, я заболела вами. И музыка кружится надо мной, а я несусь за вами со словами. Броском гусарским, шпорами звеня, вы пронеслись по книгам моим тихим, где я пишу про зайчиков, коня, про куст рябины, ветку ежевики. Махнули саблей, это я хочу, а это здесь и там мы перестроим. И вот теперь ночами я шепчу и превращаю зайчиков в героев. Трещат мозги с заменой родов. Мне женский на мужской бы перемерить. И там, где шла в веночке дивных слов, теперь я шел. Не верила, а верил. Мне тяжело, не дурова я чай. Кавалерист девицы было легче. Мужское платье стало по плечам. Понятен был и разговор картечи. Я раздвоилась, плачет дядя Фрейд. Пишу, живу в двух вариантах сразу. Что это, ШИС или в будущее дверь? А может, вирус или фу-фу-фу, зараза? Мне кажется, вы заболели мной. Мне кажется, я заболела вами. И музыка волшебная порой звучит в душе, сдружившись со словами. Я сразу отбираю. Может, чем придумаем. Знаете, у нас все получается так, что многие знают Алексея Исаева. И устала как раз сегодня 9 дней, как его не стало. И знаете, у меня следующий план идет песня «Судьбы зеркала», как раз на стихи Нины Поповой. Я хотел посвятить всем нам, потому что судьбы зеркала все-таки есть, судьбы. Сереж. Намертво жвачкой лохмотья напрасных поступков и слов, но давнее прошлое мерзкой подачкой ко мне возвращаются кадрами слов. И словно бы прошлое сразу вернулся, опукнула давнего смутная тень невольно на зов. Обернулся, попал вдруг я в памяти длинный туннель. Да зря мне казалось, долгов нет со мною. Да зря мне казалось, но помнит все мгла. И видно не будет мне больше покоя. Меня окружили судьбы зеркала. Они мою жизнь не щадят, рожают и сразу подводят свой точный итог. И правдой своею меня обжигают. Горит на душе этой правды ожог. Как много просчетов, как много ошибок. Да много всего, что хотелось забыть. Как много погашено мною улыбок. Стоило жить. И неизмеримо
понимания всех и всего, и для покаяния прошу лишь мгновенья, и, может быть, мне и оставит его. И для покаяния прошу лишь мгновенья, и, может быть, мне и оставит его. И, может быть, мне и оставит его. Спасибо. Так как мы начинали, помню, Володь Иванов, помнишь, как мы начинали бродить, ездить вон в Якутию, он Ваня Якут сидит, как мы говорим, Ваня Якут. Вот. Мы ездили в Якутию, ездили, знаете, и вот у нас была такая вечно в дороге, вечно такая гастрольная такая жизнь в советские времена. Он увидел Верстакова тоже, у него по-своему, он как журналист есть и прекрасный автор и исполнитель, который, вы знаете, одну песню я его пел, он потом, правда, афганский посол Афганистана 40 минут извинялся, мы уже вниз спустились коньяк пить. Я когда пел «Дорожит душман» Полихумри, я говорю, в Доме литераторов пел. Спасибо. Вот. Вы знаете, шикарная вещь, вот знаете, даже хочу не удержаться, если можно, я ее спою. Не моя песня, сразу говорю, это не моя. Тут я свои песни поставил все. Знаете, вот ведь все-таки вот, лучше ничьи написал. Я правда сказал, что это про нашу это про афганскую армию. Витя сказал, что это неправильно, это про советскую печать. Потому что мы как считали, 66-я бригада, в Джалапа там афганская армия захватила столько-то оружия, столько-то пленных. Там, мы сразу говорим, 66-я бригада, ребята захватила столько-то. Ну, писалось одно, а получалось другое. Дрожит душман Поликумри и около Герата. Его крушат, черт побери, афганские солдаты. И в Кандагаре, и в Газни, и в Балхе, и в Кабуле. Войска афганские одни, ну так и прут под пули. Их невозможно удержать, они нас защищают, о чем советская печать стыдливо сообщает. Ведь контингент наш очень мал, навряд ли больше взвода. Границу ж перешел и стал любуется природой. Дают концерты в кишлаках, а в паузе антракты. Детишек носят на руках и чинят мирный трактор. Хоть контингент наш неплохой, но где ему сравниться с афганской армией лихой, которой враг боится. Она разбила тысячу мада, нет, миллион миллионов. Почти очистила Ашинтак и два других района. Сильна, важна, велика, заслуженно, известна. А мы там пляшем ГПК и чиним трактор местный. А мы там пляшем ГПК и чиним трактор местный. Маруся, раз, два, три, калиточка, родовая, держи, помогай. Зато я отрывала. Маруся, раз, два, три, калиточка, родовая, держи. Зато я отрывала. Спасибо тебе, Витя. Вы знаете, вот приезжаем, бывает, где нас помнят старые такие города, знаете, эту песню я всегда пел, ведь и буду петь, с твоего разрешения. Отличная песня опять, даже для тебя новая, потому что ты ее не слышал. Это как раз та, как ты говорила, о нежной и негрешной. Сереж. Yeah.
кружили тропинки, тропиночки нашей нежной и чистой любви. Закружили тропинки, тропиночки нашей нежной и чистой любви. И растаяла горочка стылая, в наших душах весна рассвела. Чудо-птица, любовь быстрокрылая, на просторы свои унесла. Чудо-птица, любовь быстрокрылая, на просторы свои унесла. И сердца стали биться неистово, утонув в черном омуте глаз. А солнышко пело, да насвистывал свою сладкую песню для нас. Убежать до прихода зари, раз цыганское счастье на долюшку нагадали весной соловьи, раз цыганское счастье на долюшку нагадали весной соловьи. Звездами, только ночь нам смотрела во след, укрывала туманами косами и дарила серебряный свет, укрывала туманами косами и дарила серебряный свет. Перепутье цыганской судьбинушки затерялись, наверное, крови. Закружили тропинки, тропиночки нашей нежной и чистой любви. Закружили тропинки, тропиночки нашей нежной и чистой любви. Закружили тропинки, тропиночки. Спасибо. Сергей Кузнецов. Дорогие друзья, я сейчас хотел бы пригласить на сцену очень интересного человека. Вы знаете, году 89-м, 90-м, я когда видел Сергея Кузнецова и человек, который сейчас выйдет на сцене, я их видел по телевизору и был еще совсем юным 16-летним мальчиком. Для меня они казались какие-то боги или полубоги. Я с удовольствием хочу пригласить на сцену человека, который безумно любит жизнь, безумно любит свою родину, безумно любит свою семью, безумно любит своих друзей и безумно любит стихи. Поэт Александр Карпенко! Сережа, когда пригласил меня, я не мог отказаться, конечно, потому что мы дружим 30 лет. Сережа, это тебе от нашей семьи. Да, спасибо. Вот, и я хочу сказать, что годы ничуть не изменили Сережу. Более того, мне кажется, что он вырос и как музыкант, и как исполнитель, и душа тоже выросла. И, на мой взгляд, Сережа среди наших музыкантов и бардов может быть один из наилучших мелодистов. То есть это тот дар, который он приумножает, вот, благодаря чему песни его звучат. Есть потрясающее единство
автора и исполнителя Сергея Кузнецова с его гитарой. То есть это нерасщепляемое единство, и поэтому песни звучат, песни сами по себе классные. Не буду растекаться мыслью по древу. Последнее свое стихотворение о том, как женщины, как нам хотелось, чтобы женщины нас ждали с войны. Верность называется. На перу ты не пей, не лопай, будь умерен во всем, старина. Заждалась тебя Пенелопа у простуженного окна. Пусть дела наших рук достойны, и лик Бога в них отражен, проверяют на прочность войны без присмотра оставленных жен. Неулыбчиво с ними время, дом оставив их сторожить, им обещано только бремя ткать, надеяться, ждать и жить. И пусть ел ты пудами соль век и лишал войну фитилей, может, ждет тебя дома соль вейк у оборванных бурей дверей. Эта верность не нарочита, эта вечность не так длинна. Ты дождешься ли меня, Кончита, у распахнутого окна? Еще раз аплодисменты Александру Карпенко, поэт, воин, интернационалист, победивший невозможное в своей жизни. Ну что, дорогие друзья, на сцену приглашается музыкальный десант Сережа, Юра. Здесь мы сейчас вас попросим тоже немножечко нам помочь, потому что без вас эта песня никак не сможет прозвучать. Давайте немного ребятнем. Кто уже знает, что нужно делать, делайте это с нами. Посмотрите, пожалуйста, справа, кто у вас сидит. Если это женщина, то поцелуйте ее. Если это мужчина, то обнимите его. И слева посмотрите, женщина, обнимите, поцелуйте. Ну, мужики обнимаются, и мужики целуют женщин. Вот тебе проще, ты сразу хватаешь сразу обоих, да. Да, и мы повторяем, слова, которые будет петь Сергей. Давайте попробуем. Станет небо, светлей, потеплеет, вокруг, и все в ладоши хлопают. Поехали! Песня на стихи Анатолия Пшеничного называется «Обнимите друзей». Что-то в жизни не так, если радостно вдруг улыбается враг и печалится друг. Пока мчат поезда и летит самолет, приезжайте туда, где вас кто-нибудь ждет. Станет небо светлей, потеплеет вокруг. Обнимите друзей, расцелуйте подруг. Обнимите друзей, расцелуйте подруг. Снова этот вопрос, что главней, не пойму. Быть любимым до слез и любить самому, чтоб сошел без следа с ваших душ гололед. Приезжайте туда, где вас кто-нибудь ждет. И станет небо светлей, потеплеет вокруг. Обнимите друзей, расцелуйте подруг. Обнимите друзей, расцелуйте подруг. Как она хороша, эта звонкая нить между словом «душа» и глаголом «любить». В мире злых скоростей лишь не сделайте круг, соберите друзей и любимых подруг. Вместе. Станет небо светлей, потеплеет вокруг.
гостей, обнимите друзей, расцелуйте подруг. Обнимите друзей, обнимите друзей, расцелуйте подруг. Первая часть творческого вечера в честь 50-летия нашего замечательного товарища, автора-исполнителя Сергея Кузнецова закончен. Объявляется небольшой перерыв. Разрешите перед тем, как вы разойдетесь, сделать следующее объявление. Уважаемые дамы и господа, во время перерыва вы, пожалуйста, находитесь в фойе. Зал мы подготовим к небольшому банкету. Курить, пожалуйста, выходите на сторону парадного входа, потому что вход там уже занят. Там ведутся работы по санитарно-гигиеническим нормам. Туда проходить запрещается. Итак, кто-то поможет нам все-таки, да? Так, внимание, да. Сейчас я... Слав. Наиболее активные мужчины. Слав, специально обученный полковник, можно сейчас... Внимание, товарищи офицеры, товарищи прапорщики, сержанты, старшины и матросы. Значит, уважаемые женщины, вы в этом деле принимать участие не будете. Вот тут сказал дамы и господа, Слав, я думаю, что будем делать по-нашему. Рвись смирно, белый танец, прапорщики приглашают офицеров. Нет, внимание. Значит, дорогие друзья, товарищи военные, сейчас все встаем организованно, сдвигаем организованно стулья по периметру. Уважаемые мужчины, заносим столы. Уважаемые женщины, заносим тарелки. Кто понял, что я сказал, помашите правой рукой. Отлично. Встали, товарищи, встали и начали движение. Двигаем столы по периметру. Перерыв 25 минут.